У нас в дурдоме никогда не бывает темно. Ночью включают плафоны, так называемый дежурный свет. До утра мы дрейфуем сквозь унизительно забеленную молочком полумглу. Но одна единственная точка пламени, и сразу все внешнее ухает в сказочную драматичную черноту. Как ты думаешь, в чем секрет? Почему огонь так притягателен? Даже крошечная капелька пламени не больше икринки. Внутри этой икринки, как в зрачке подзорной трубы, разворачиваются упоительные приключения, где вместо зевотного люминесцентного света – заветное солнце, а вместо разбавленного молока – сплошная ворсистая тьма, вместо пшенной или перловой каши – амантильяда, вместо застиранных простыней и липкой ленты от мух – орден золотого руна на муаровой ленте. Не эта труха, не эта дряблая вата, а настоящие катастрофы, глобальные. Мы с тобой в эпицентре, мы знаем. Каждый из нас – принц инкогнито.